На честь свята 9 травня у храмі святої мучениці Тетяни відбулися молебені з подякою за велику перемогу та панахида на пам'ять про героїв, які поклали своє життя у боротьбі над нацизмом. На службу прийшли сотні одеситів, які поставили свічки за подвиги воїнів. Багато з прихожан у кривавій війні втратили своїх близьких родичів, тому 9 травня для них особливий день. Наприкінці на одеситів чекав концерт на честь героїв. Сегодня день победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Во всех храмах Православной Церкви совершаются поминовения усопших воинов. И в храме Святомученицы Татьяны также прошел благодарственный молебен о победе нашего народа. И мы совершали панихиду, поминовение всех погибших православных воинов, которые дали свои жизни за веру и Отечество наше. В каждой семье наверняка есть погибшие. Каждая семья в нашем народе пострадала от фашизма. И дай Бог, чтобы фашизм не возвратился на нашу землю, так как многие сейчас пытаются предать забвению память наших погибших предков, пытаются переписать историю. Но мы, дети, внуки, правнуки великих победителей, мы помним их подвиги. Я хочу всех поздравить с этим светлым и печальным праздником. Я хочу, чтобы никогда не было войны. Никакой. Нигде. Нет какой точки мира и земли. Любите, цените друг друга. Да. Берегите друг друга. Після служби біля храму всі охочі могли приєднатися до святкового концерту в виконанні церковного хору першої в Україні студентської церкви. Згадували героїв символічними переможними піснями. Прихожани принесли портрети своїх родичів, героїв, аби вшанувати пам'ять. Это мой дед Осокин Ефим. Он служил танкистом, был командиром танковой бригады. Сгорел в танке во время Курской дуги под Прохоровкой. Знаменитый есть фильм «Освобождение» именно про эти события под Прохоровкой. Очень огромное было там сражение танков, именно танки защищали. И вот в 43-м году. И вот сегодня я пришла со своим дедом праздновать День Победы. Мой папа Окунцов Вадим Иннокентьевич погиб в 43-м году вот в Смоленском, когда шли самые горячие бои. Он был педагогом, биологом, химиком, много путешествовал. Был человек очень образованный, интеллектуальный. Он погиб, когда ему было 30 лет. Ну, конечно, память о папе, который погиб, это самое святое. И праздник для меня это. Вот как в этой песне, со слезами на глазах. Зазначимо, що керівництво Одеської юракадемії приділяє особливу увагу військово-патріотичному вихованню молоді. У стінах вишу постійно відбуваються різноманітні заходи, на які запрошуються ветерани війни, учасники оборони та визволення Одеси, учасники бойових дій. А традиція проводити службу у храмі святої мучениці Тетяни з нагоди 9 травня існує понад 10 років з моменту зведення церкви.